Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 18 февраля 2021 года. И посмотрите, как изменилась теплица, как уже выросли тюльпаны. На улице сегодня 37 градусов минус было ночью. И посмотрите, этот сорт Барселона, уже бутоны появляются, ровненькие, чистенькие. Вот она, Барселона. Смотрите, какая шикарная. И здесь у нас Кембридж. Вот он уже открывается. Мы его в субботу будем убирать, 20 числа. И вот посмотрите, какой красивый цветок раскрывается. Пойдем посмотрим во второй теплице. Сорт называется Булит. Вот он уже окрашивается частично. Очень красивый сорт. Вот он, Булит. Ольга Семеновна, помаши ручкой. Да, Ольга Семеновна, Булит. Вот этот сорт нам, конечно, не понравился. Скажем, пока не понравился. Это у нас сорт Фокстрот. Посмотрите, он коротенький. Коротенький Фокстрот. Здесь Верона еще цвет набирает только. Но вот я показываю. Вот она, Верона. И у нас здесь новый сорт, новые сорта. Вот они. Потихоньку идут, чуть-чуть уже окрашивается. А это мы будем уже завтра убирать. Завтра, не завтра, а послезавтра, в субботу. Это у нас марьяж сорт. Вот он, марьяж. Ну, я могу уже показывать, как он начинает окрашиваться. Это наша вторая теплица. Посмотрите, какой сорт красивый. Марьяж чуть-чуть уже окрашивается. Там Верона и Булит уже окрашивается. Это у нас Стронги. Стронг Голд, Стронг Файер. Очень красиво. Все идет, прям радует. Я думаю, что вовремя мы соберем. Чуть-чуть, может быть, марьяж пораньше. 20-22 числа мы будем уже его убирать вместе с луковицами. И будем хранить с луковицами вместе. Вот она, теплица какая. Красивые растения. Конечно, нужно собрать вовремя, увезти, в холодильнике положить. И чтобы пришли все наши покупатели еще.